Мне сейчас стало интересно, а есть ли среди моей аудитории те люди, которые помнят тренд по типу «А что в твоей сумке?». Мы сегодня с вами не просто вспомним этот тренд, а мы поговорим о том, что же должно быть в сумочке. Те вещи, которые я вам сейчас расскажу и покажу, они очень сильно упрощают жизнь, поверьте просто на слово. Открываем первый кармашек. В первом кармашке, ну, это, естественно, паспорт. Тут таблетки, карты. Что хочу посоветовать вам приобрести? Это вот такое вот мыло. Оно вот в таких вот пластиночках. Эту пластиночку просто мыльте, растворяете, и можно помыть ручки просто как обыкновенным мылом. То есть оно очень хорошо пенится, мылится, упрощает очень жизнь в дороге, много мест не занимает, но при этом можно помыть руки там, где, в принципе, мыла нет. Или если вы там любите путешествовать где-то, там очень сильно поможет. Также в этом кармашке у меня еще одна полезная вещь есть. Это вот такие вот пастилочки для свежего дыхания. Выглядят они примерно так же, как эти листочки мыла. Сейчас я вам покажу. Вот так вот как-то они выглядят, они тоненькие. Просто кладете на язык, рассасываете, и дает гораздо больше ощущения свежести, нежели там просто чем обычная жвачка. Дальше. У меня есть вот такая вот таблетница. И тем, кто часто болеет, либо просто постоянно на постоянной основе принимает какие-то таблетки, советую отрезать вам от блистеров с таблетками вот такие вот пластиночки, то есть необходимые для вас таблетки, и просто все положить в сумочку. Я просто очень много болею, и поэтому у меня тут таблеточки на все случаи жизни, то есть и от поноса, от золотухи, от головной боли, буквально от всего. Очень сильно упрощает жизнь, весит мало. Дальше у меня здесь вот такой вот кейсик есть. Это кейсик с женскими средствами гигиены. Короче говоря, просто чтобы они не валялись, ну, вы понимаете, по всему рюкзаку, хрен пойми, в каком состоянии, у меня есть вот такой вот чехольчик, в котором это все дело хранится. Также советую каждому в сумочку положить вот такой вот крючок. Этот крючок, он вешается, допустим, на какой-то стол, если нет крючка для сумки. Эта штука, на самом деле, иногда очень сильно выручает, потому что, ну, некуда иногда повесить. Также у меня всегда в сумке находится вот такая штука. Это складная сумочка. То есть, допустим, я пошла куда-то там, и какие-то непредвиденные покупки там у меня произошли, да? Это вот такая вот складная сумочка, которая складывается в клубничку. Она со мной очень-очень давно, и она очень часто меня выручает. Также совет не обязательный, но просто рассказываю, как бы, что у меня такое есть. Здесь у меня в этой сумочке лежит вот такая вот камера. Она сделана из бумаги. Вот, из картонки, и там внутри стоит плата. То есть она фоткает как будто на пленку, но это не пленка, это цифровая камера, но результат вы можете узнать только когда вы выгрузите фотографии на компьютер. То есть это вот такая вот волшебная интересная штучка. Есть несколько режимов. Вот, сразу скажу, что мне никто не платил, ничего не оплачивал, мне просто подарили на Новый год ее. Вот. И также у меня вот здесь вот такая колонка переносная, на всякий случай чисто. Также мой необязательный, но, в принципе, очень полезный совет – носить везде за собой, помимо влажных салфеточек, влажную туалетную бумагу. Потому что, ну, сами понимаете, лучше посрать, опоздать, чем прийти вовремя обосраться. Но вдруг все-таки штука хорошая. Ну, конечно, не забываю я про гигиеническую помаду. У меня это какая-то помадка с аптеки, и также у меня есть помадка Нивея, просто чтобы смазывать губы периодически, когда они пересыхают. Это для тех, у кого кожа сухая, губа.